Мошенники не устают придумывать все новые способы обмана граждан. Банки зафиксировали новую хитрость. Предприимчивые товарищи обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают о якобы взломе личного кабинета. Дальше просят набрать на телефоне специальную команду из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке. Таким образом, абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию смс и звонков на номер мошенника. Затем абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом. А в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похитить деньги со счета в банке, получив доступ в личный кабинет.